Всем привет, ребят, канал BS Trash, телефон Xiaomi. Хотел бы показать, как подключить Bluetooth наушники к телефону Xiaomi. Ну, для начала достаю мои наушники Bluetooth. У меня они как-то называются Hello, как-то JT1 Pro. Китайские наушники. В общем, ну, как и телефон, в принципе. Свайпаю теперь шторочку вниз. А, ну, для начала хотел показать, у меня вот здесь вот в Телеграме есть песенка, вот я ее включаю. Вот она на телефоне сейчас играет. И потом хочу, чтобы вы послушали, как она будет через наушники. Вот, все. Здесь нахожу Bluetooth. Нажимаю на него. У меня Xiaomi-чик старенький. Долго включает. Нужно еще, чтобы провалиться в само меню настройки, это прямо нажать и ждать. Либо, ребят, еще вариант. Это в сами настройки заходите. Здесь вот есть такой пункт Bluetooth. В него заходим и то же самое. Вот он получается, доступное устройство, он сразу же определил мои наушнички. Вот они тут ему мигают, что типа, мол, мы готовы к сопряжению. Я жму на них, и у меня должно сейчас все подключиться. Разрешить, да, принять все. Принимаем. Все, он мне пишет, что сопряжено, зарядка 100%. Давайте сейчас включу трек и послушаем. Вот, слышу, что он уже через наушники играет. Сейчас микрофон поднесу. Да, все нормально. Все играет. Вот сейчас Bluetooth отключу. Хоп. И перестает играть. Включаю. Начинает на телефоне. Вот, ребята. Таким вот макаром все это дело подключается. Мало ли, у кого-то, может, были какие-то сложности, либо не понимал. Всякое бывает в жизни. Так, вот. Ребят, внизу под этим видео будет ссылочка на настройки телефона Xiaomi. Пройдите, обязательно посмотрите, может быть, что-то интересное для себя найдете. Вам желаю здоровья, много денег. Всем пока. Пока.